Новые технологии – реальный путь модернизации промышленности региона. Предприятие «Курскхимволокно» открывает новые линии. На химико-предельном участке введены в эксплуатацию 15 единиц современной техники из Швейцарии, Италии и Германии. Это позволит нарастить промышленные обороты. В день пуска оборудования в цехах завода побывал глава региона Александр Михайлов. Уже сейчас предприятие производит более 100 видов продукции, которая поставляется в 20 стран мира, в числе которых Турция, Италия, Германия, Ирак. Доля экспорта составляет 40%, но обновленные мощности позволят расширить рынки сбыта. Это единственное предприятие в России, которое выпускает химические нити, волокна, значит, текстильного направления нити, кожного направления нити, технические нити. Поэтому, в общем-то, это веха не только в развитии нашего предприятия, но это шаг в развитии производства химических нитей и волокон в Российской Федерации. Часть машин, которые сегодня запускаются, это позволит выпускать высокопрочные комплексные нити, которые мы до недавнего времени еще не выпускали. Объемы уже зарекомендовавшей себя продукции увеличатся. По предварительным расчетам, выпуск высокопрочных технических нитей должен возрасти на 130%. Также техника позволит разнообразить ассортимент и освоить производство нитей специального назначения низколинейной плотности объемом 20 тонн в месяц, что полностью покроет потребность российских предприятий в этом продукте. Подробный репортаж смотрите в программе «События дня» в среду.